Эй, иди лопату возьми! Лопату! Мне кажется, вы... А вот этого не надо. Дети, блядь. Теперь в следующий раз надо, чтобы струя, блядь, тоньше делала. Э, ну нахуй я ты говном-то? Значит, меня, блядь, можно, да? Я меня обрызгал. Их по улице пасло. О, вылилось, да не там. Так, а хомут, хомут, ребят. Должен так быть. Но он от сползания. Это...
вдвоем. Саня! Сань! Заводчай! Выведу на чистую воду. Да ладно. Еле выпросил. Смотри, какая у меня, по-моему, машина есть сейчас. Старт оттуда.
Ну вот так обходи. Чё-то я забыл про вас. Так. Во. Если сидеть. Во. Шампиньоны под ногами. Сюда в песок тоже несу. Нет, я говорю, песок тоже. А, ну могут что-то. Нет, что-то вот он. Причуды природы. Еще и писи, да? Подъем нароют, потом хуй поедут. Ну я тебе про это. Че, Дань? Вот тут забить вешку. Дань. Че? Как только он там назад скатится, все, он там будет стоять. Ну, да. Машина не будет рулиться вообще.
Давайте все-таки, может, две ветки срубим. Как честно пишет? Запомните. У меня там ножовка есть. Гасконца три раза пустить. Ага. Так, следующая перемена рук. Поеду. В принципе, можно не тестить. Ну, если... Что, еще не оформляли даже, что ли? Дойче. Диски вообще вышли. Можно просто разогнуть их? Или не сяду? Сяду? Они 5-дюймовые. Ровнее, ровнее. Ты по диагонали спускаешься. Вот, вот так, да-да-да. Крути еще руль сильнее. Такой бамперок был. Если он его на гонке, может он его снимет. Ой-ой-ой. Идеально. Давай, колышки, серый. Я его застырила, тетка. Организаторы. Так, ну что, их спереди, сзади, спереди, наверное. Ага. Что, возрадовались? Ну, скидывай штаны теперь. Опа, стриптиз. Последний раз ты не достал из воды. Так, все нормально, тут ничего не оторвет спереди. Спереди ничего не оторвет. Thank you.
Есть интересности, есть интересности. Процесс пошел. Деструктурирование. И все. А то можешь и оформлять не надо. Можешь и оформлять не я надо будет. Прикинь, если он его на гонке, я себе этот бампер хочу на Бигхорна. Блять, раскирачил бампер, блять, новый. Не, на японцах же нету фонарей сзади. А, дай. У нас на японце нету фонарей? Нету. Все, откручивай. Дыхай уже. Уже летит. Не, фонари денег стоят. Боковые на гонку сними обязательно. Не, я вот сейчас смотрю, ТР1, блядь, уже вот после этого ни хера, блядь, не уступают. Уже едут, уже люди едут осознанно. Не так, что, блядь, уже едут осознанно, блядь, только что... Ну что за керачил? Он за керачил, я просто... Они вон порвал с левой стороны. Не, ну вот, смотри. Пойдем, ладно. Ладно, дело ваше. Так, номер потеряли. Ушли искать. Ну это кто-то разуваться, раздеваться. Все-таки тебе стриптиз так и придется. Я тебя так и выложу в интернет. Снимай штаны, снимай. Снимай там по пояс глубину, куда ты. Скорее всего там на скорости снесли. С той стороны надо смотреть. Да хорош ныть, блядь. Спал, блядь, в кроватке, блядь, всю ночь, нахуй.
Голова Алло. Еще болит. Че ты звонил? О, смотри, Сань. Как все красиво, оказывается. Ты здесь видно на видное место мы повесили. Типа, короче, пишет. Мы сегодня едем на полигон, будем тестить болото в длину, если, конечно, воды не 2 метра. Я ему пишу, не получится. Почему? Это нечестно. Легким движением машина превращается в спортивную. Так вы оба забираете, да? Ну и забирайся с этой херней. Восстание мотора. Не доставал. Вот здесь. Давай заходи. Опа, стоп. Подними. Тоже подвязать, а он потом переломится и так лучше в воде. Попробуй вдавливать в землю. Нет, ну, дальше надо. Дальше, дальше. Назад еще это относительно себе. Вот сюда пройди. Сейчас мы воду откачаем, найдешь номер. А как он должен уйти? Он сгорит без это. Подожди, охлаждение. Да. Вот сюда пройдись, посмотри вот здесь. Там глубже должно быть. Туда назад, вот назад сдавай сам. Куда он? В траву зайди. Нет, там трава же. Давай тоже сюда. По колено. Нет, вот туда в траву зайди немножко. Ушири. Все, второй вяжете? Не, это грунтовая вода под ним. Да мы вот, чтобы этот. Паш. Блять, резинку проебали уже вот здесь, да? Возможно, да, уже там потом. Э!
Веревку найдите в бухте. А где отсюда резинка, серый? Резинка нет, блядь, подожди, надо же. Сюда зачем приехали? А зачем вы туда тянете? Вот здесь, а вот так протяните. Двух сторон сделаем. Нахуя, блядь? Чтобы... Нахуя кинет такой шланг для давления создавать, блядь? Ты же оттуда потом в середину положишь, блядь, опять. Сапло, это типа твой дурел, нахуй ее с краю поливать. Ты как не будешь? Там вот такие бугры, блядь, пока ты зальешь, да охуеть. Товарищ режиссер, помолчите. Да, точно так же и это. Даня, ни одну резинку не снял. Пойдем. Давайте все ради. Держи его в середине. Так, а как я тут сделал? Вот так выбирал. А потом я. Так, перекинул через этот. Ну как-то так. Ничего не пойдет. Перекидываем вот сюда. Может, на эту сторону прямо? Там, где камыша, там глубже должно быть. Ты его куда начало? Так, берешь и так, идешь. И пошел. Да куда хватит? Мне надо было второе сапло купить, блядь, что хотел же. Хотел, да ты не хотел. Или вот так давай. Или так пишешь. Вот так вот по сухому протяни, потом заебнемся и мы. Все равно в середину надо набивать. Давай вот так пройти. Вот подними вокруг бани. Все, ложи его. Резинки не потеряйте. Здесь не было резинок. Даня. Пошли вы там, везде нету резинок, и я все разъединял. Типа рыбалка, нафиг. Все, все, не кинь, нет. Так, это тоже, а ну там без разницы. Так. Не хватает? Ну клади тогда поближе.
после помпы 5 или 6 дырок в шланге сразу. И на... Что, пошли? Куда? Пару баннеров не тянем. Ну что ж, не берёте? А ты колышки? Где? Подожди. Не, давай уже поедим, по камзиму пойдем, потому что сейчас мы, если тот край же надо, того... Так, а или... кто сейчас ленту привезёт? Не знаю. Уже нету? Нет. Завтра делать, не помогу. Так, ну ладно. Давай, тренируйтесь. Легко. До завтра, вот.